Аналитическое мышление, уверенность в своих силах, боевой дух – вот чем должен обладать шахматист. Кто-то набирается опыта для дальнейших турниров, кто-то этим опытом делится. Но вера в победу непоколебима, как у старых, так и у новых участников. Вообще очень приятно, что проводят такие соревнования. Я первый раз сегодня участвую. Для меня главная цель этого турнира – приобретение опыта. Турнир прошел в спортивном комплексе «Кимберлит». Он собрал 16 команд. В их числе представители Нюрбинского комбината, Рудника Интернациональный, Треста «Алмаз Автоматики». Очередное командное первенство в зачет 9-й спартакиады акционерной компании «Алроса». Участвуют 16 команд. Играем мы в круг. Контроль времени 25 минут каждому на всю партию. Участники настроены на серьезную конкуренцию. С каждой игрой напряжение нарастает все больше. Все игроки довольно-таки сильные соперники. Хорошо играют. Что нам? Пожелать всем удачи. Удача улыбнулась трем командам. Первое место одержала команда Института Якутнепроалмаз. Второе место досталось Нюрбинскому комбинату. Ну а бронзу завоевала команда «Алмаз Автоматики». Злата Курбанова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».